Нарушение скоростного режима стало причиной еще одной крупной аварии в Украине. На трассе Киев-Чоп в Житомирской области маршрутный автобус врезался в грузовик с полуприцепом. В результате аварии погибли 10 человек. Медики продолжают бороться за жизнь еще 4 пассажиров. Их состояние крайне тяжелое. Еще 5 человек получили травмы, среди пострадавших дети. По факту аварии возбуждено уголовное дело.